Но вот эта вот акция, где поиграй в нашу игру и получишь 2500 голды для конкурента, это просто ебаное свинство. То есть, ну, по сути, рейдерские захваты, наглейшее просто переманивание игроков происходит вообще, по беспределу просто. Это абсолютно настолько грязный ход. Где это видано, чтобы конкурирующий проект финансово стимулировал конкурента? Это пидорский грязный способ, блядь, просто, реально. Нормальные люди так не делают. На что только не пойдут люди для привлечения аудитории. И Mail.ru это компания, которая по-честно играть вообще не умеет. Ведь золото Mail.ru Group будет за реальные деньги покупать у Wargaming. И это не фейк, то есть это не, они реально это делают. То есть они за свой счет каждому игроку, который докачается до 6 уровня, они, грубо говоря, у ВГ за свой счет покупают ему просто 2500 голды, то есть платят $10. Это правда, ведь новость написана на официальном сайте mail.ru. Я после этого, конечно же, зашел на радостях в свой аккаунт вот посмотреть в личном кабинете, может быть, все-таки у меня уже есть 2500 золота. Но нет, как оказалось. Мне вот интересно, а кто-нибудь из вас вообще задумался насчет того, где Mail.ru возьмет для вас золото Wargaming? Это же надо купить просто тонны у них, тонны голды, чтобы раздать всем, кто захочет получить ее на халяву. А что если Wargaming не захочет продавать золото Mail.ru? Ведь очевидно, пиар-акция налицо. Даже если голда была закуплена заранее, ну, такую оптовую закупку провафлить Wargaming просто не мог. Он бы, ну, просто не продал столько золота в одни руки, потому что ясное дело, что будет задумана какая-то херня с этим золотом. В общем, вот танковая игра, вот, для которой, собственно, вы еще можете успеть выиграть 2500 голды. Правда, я не знаю, на что вы ее тут будете тратить. Но я ни в коем случае не обманываю. Вот написано, вот танковая игра. Вот внизу, смотрите. Для получения выполнить следующие условия. Установите Guard Mail.ru, спутник Mail.ru, Mail.ru Updater, обязательно Mail.ru, агент Mail.ru, защитник браузера Amiga, одноклассники Mail.ru, HTML5, это я вообще не знаю, что такое, Mail.ru Messenger, Mail.ru Download Updater, ICQ от Mail.ru и Mail.ru Легенда Наследия Драконов, особенно любимая мной игра. И вот видите, да, Obsidian, CryEngine, Mail.ru 12+, все права защищены, 2016 танковая игра, вот. All rights reserved. В какой век жирного троллинга мы все-таки живем? Так и должно быть, на самом деле. В принципе, возможно, этого давно не хватало даже в какой-то мере.